выиграла. Честное слово, выиграла. Сорвать банк по-советски. Я никогда не играю с государством в азартные игры. Как в СССР боролись с нелегальным игорным бизнесом. Когда люди выигрывали, мне всегда казались они подставными. И почему наши люди так легко поверили в финансовые пирамиды? МММ все время кричала отовсюду. Джекпот по-советски. СССР. Знак качества. С Иваном Охлобыстиным. В субботу в 13:15.